А перед началом ролика рекомендую сайт вот такой для зарабатывания денег, называется Avalon Technology. Здесь можно ставить на 24 часа, на 7 дней, на 14 дней и на 28 дней. Создаем депозит, у меня здесь 460 рублей, 10 тысяч моих еще крутится, еще время не пришло, чтобы их снять. Я поставлю вот эти 460 рублей, пускай они тоже крутятся. 460, вот так вот. Создам депозит еще один на одни сутки. И все, посмотрим, сколько заработается. Доходность в день 1,3, то есть от 10 тысяч это 130 рублей в сутки вы зарабатываете. Также можно здесь пополнять баланс, выводить можно деньги, деньги можно выводить вот таким вот образом, создать заявку на вывод. И можно выводить любой картой, на которую вам будет удобно вывести эти деньги. Ссылочки все будут в описании, переходите по ссылочкам, открывайте себе депозит, ставьте, поднимайте деньги, зарабатывайте. Ребята, всем добрый вечер. Хотел показать освещение, какое я сделал. Смотрите, что. И в ту сторону, и в эту. Ну, круто. А? Вообще нормально. Сейчас залезу только на ту сторону освещения, которое идет. Надо немножко ниже сделать, чтобы соседям там в окна не било. О, вот так вот. Прям под себя, под дерево прям. Ну вот так нормально, что. Все, весь двор освещается, все освещается, все четко. Да, Димыч? А Димыч довольный. Насыпал ему он покушать. Маргоша, Маргусик лазит. Все лазит. Да? Димон. Димон. Короче, вот так вот. Все нормально. Ну сюда по-любому надо. Лампочку эту я так и не выкрутил. Надо все равно сюда назад, чтобы здесь было светло. Обязательно. Ну все. О, я забыл. Блин. Димыч, ты охраняй давай. Все. Все четко. Маргусик. Домой пошли. Пошли. Так. А я был сегодня в магазине, купил вот такую вот розетку, ребята, тройную. Кисточку взял. Кисть плоская, Евромикс. Купил вот эту штуку на туалет. Сейчас я пойду ее туда ставить. Отвертку купил. Отвертка такая вытаскивается, двухсторонняя. Тут вытаскивается, короче. Она такая тоненькая, специально, чтобы под это, под электрику. А то у меня, блин, сопли текут. А то я сегодня электрику делал и не знал, чем крутить. И купил вот такую банку краски. 442 рубля эта банка стоит. Вот такая вот. Видите? Супермаль. Я думаю, что одной мне на ванну не хватит. Ну, что делать? Посмотрим завтра. Ну, завтра или сегодня буду белить, не знаю. Вот, красить. Погляжу, в общем. Насколько хватит, поглядим. Завтра, наверное, скорее всего. Ну и все. Да, что-то надо повесить на эти окна, потому что такой обзор. Ну, здесь, в принципе, никто не видит. Хорошо, что не туда, не наперед. Ладно, ребят, все. До завтра. Всем доброе утро, ребят. Наварил у Димыча каши с утра. У меня 7 часов утра. Занимаюсь, короче, ванной. С утра хотел воды налить горячей в эту машинку. И у меня, смотрите, что тут получилось. Прорвало, сгнило, короче, все. Хотел поменять другой с улицы, поставить, но здесь резьба вот эта вот, короче, она, ну, больше. Так-то
смеситель сам неплохой. Единственное, что вот этот вот краник. Из-за него теперь придется, короче, поменять полностью, потому что, ну, я не поеду сейчас покупать вот эту лейку, как она называется, черт его знает, краник этот, блин. Я пошел с улицы, снял. Сейчас с улицы поставлю. Ну, это старого образца. И тут, короче, придется снимать прям, ну, полностью вот эти все. Короче, ну, вот эти вот штуковины, видите. Здесь они на ней, а тут на самом смесителе. Ну, короче, проблема, блин, с утра. Капец какой-то. Постирался, ё-моё. Хотел постираться, да потом красить стены. Короче, сейчас поменяю, потом уже буду заниматься. Ну все, вроде сделал. Но он покапывает. Он на улице стоял. Надо будет посмотреть резинки. Все, побежала вода. Все нормально. Правда, вот эта клейка не держит толком. Бежит помаленьку. Ну ладно, хоть так, пока на новый смеситель. У меня нету денег. Ну тут труба вот эта сгнила. Ну, пока, значит, так как-нибудь будем прорываться. Вот так вот. Там Маргосик. Мой Маргосик. Эй! Красотка, красотка, да. Ну все, сейчас я буду стираться. Постираюсь, потом будем красить ванную. Посмотрим, насколько мне банки хватит. Там, если что, еще заодно съездим. Ну вот, пока стираюсь, решил немножко попробовать покрасить. Вот так вот получается. Сейчас постираюсь. Ну, правда, банки не хватит в любом случае. Блин, да и краска дорогая. 142 рубля такая баночка стоит. Представляете? Тут банки 3, я думаю, надо будет на всю. Ну, конечно, если красить, то, наверное, всю. Ладно. Все-таки я ванну отсюда выкину. Сделаю душ, у меня же там есть большая лейка. Ну вот так, короче, получается. Вроде как бы, ну, как сказать, освежается, вот. Освежается. Вроде неплохо. Да, фонарик куда же убрать отсюда уже стрельнуть. Чтобы не было, что не висело. Все равно мешает. Как-то так, короче, получается. Сейчас уже проект стал. Достираюсь и сушу красить.
Ну вот и все. Банка закончилась. Короче, где-то наполовину хватило. Надо еще одну банку. Поеду я куплю еще одну баночку. И все. И сегодня докрашу ее обязательно. Но так все равно получше. Конечно, где-то краска тонет, топится. Вроде как бы все бело было, а все равно надо на второй раз красить. Но я не буду этого делать. Банка краски стоит, блин, почти 450 рублей. Нифига себе. Не жалко. Просто их нету. Капец. У меня там чуть-чуть осталось. Поеду куплю еще банку. Ну да, крашу, конечно, делаю тут уже. Ну да, облагораживается. Побелее становится. Почище. Посимпатявей. Все, смотрите дальше. Дальше поеду куплю. И потом будем красить еще. Ну съездил я, купил еще одну баночку от краски. Будем надеяться, что ее хватит. Подсохло. Подсохло уже. В принципе, что тут потолок главное. Эту стенку еще. Здесь черноту вот эту. Я думаю, вот эту стенку пока не буду красить, бог с ним. Здесь перед. Ничего страшного. Вроде более-менее. Вот эту стенку докрашу сейчас. Потолок, ну и эту стенку, наверное. В общем, насколько хватит. Вот так вот. Время уже без 10 час. Вот так весь день, весь день. Ну, что, постирался, правда, слава богу. Наконец-то постирался. Ну все, докрашу, поеду монтировать. Время на монтаж уходит очень много. Еще ехать туда, блин, вообще вот это капец какой-то. Сейчас буду заказывать антенну, ну не антенну, а усилитель интернет-сигнала. Ну там уже будем дома монтировать, дай бог, чтобы все было нормально. Ладно, смотрите дальше, я сейчас перекушу и пойдем дальше докрашивать. Не стал я вас больше заморачивать. Мы доделаю уже, покажу вам. Окно не красил, не хватило мне краски, короче. Вот еще одну половину доделал вот до конца. Кроме вот этой вот стены. Ну, а так, в принципе, вот. Как-то вот так. Ну, и там, куда смог подлезть, там покрасил. Короче, вот как-то вот так. Более-менее пахнет краской. Подметать сейчас не буду, ничего тут. Сейчас пыль полетит и вся пыль будет на стенке. Вот так, короче, сегодня. Сегодня полдня убил на ванную комнату. Ванну. Ну, не буду я ее красить, я ее все равно отсюда вынесу. Я сделаю здесь душ. Все, короче, вот так облагородил немножко. Ну, слава богу, хоть. Свежестью пахнет, все хорошо. Все, на этом, ребят, я сегодня ролик заканчиваю. В принципе, ничего такого не снял. Поработал немножко, я поработал. Поеду я монтировать, пока время. Время полтретьего уже. Поеду смонтировать, а приеду домой, чем-нибудь еще надо заниматься. Все, на этом всем пока. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал обязательно, на второй канал, на Инстаграм. Ну и все, всем пока.